На сегодняшний день остро стоит вопрос уже химпрополки озимых зерновых культур. Вчера мы буквально закончили химпрополку, выносили почный препарат под яровой рапс. На сегодня мы начинаем, у нас план 630 гектар озимых зерновых и плюс еще 150 гектар озимого рапса. То есть это буквально 3-4 дня, ну, в течение 5 дней мы хотим закрыть полностью все обработки, потому что буквально за этими работами начинаются следующие обработки. Это надо вносить фунгициды, регуляторы роста, то есть не останавливаться именно одной обработки, что бывает за сезон в поле, чтобы получить достойный урожай, надо выйти от 5 до 6 раз. Это минимум, это не только касается озимых культур. Что касается рапса, там и обработок еще больше, потому что сейчас уже начинаются вредители, еще как бы получится такая ситуация, что температурный режим не позволяет вредителям всем выйти, но уже они вылазят. Ну, начинаем уже бороться изначально с этим. Поэтому сейчас максимально кидаем все силы на химпрополку, на все эти мероприятия будем работать. Вносить микроудобрения, макроудобрения, чтобы поля были чистые и получить максимальный урожай, чтобы именно растение питалось теми удобрениями, которые в почве, а не сорняки, которые здесь находятся.